есть у тебя какой-то вкус на женщин вот определенный, не знаю, что нравится только брюнетки? Да, только брюнетки. Только брюнетки. Угу. Так, а что? И хачухи мне нравятся, я понял. Какие? Хачухи? Ну, у меня первая любовь была грузинка, потом у меня была жена чеченка, с которой я жил 10 лет. Сейчас последняя грузинка, я не знаю. Я смотрю уже там на армянок, осетинок. Прошло 2-3 дня с момента выхода интервью Ксении Собчак вместе со мной, «Осторожно, Собчак», и сейчас я наблюдаю большую волну негодования во многих пабликах в интернете и просто у физических лиц. Я в очередной раз поступил неправильно. Этого слова в моем обиходе нет, я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мной слово перед всеми жителями Кавказа, в частности, перед чеченским народом. Никак не хотел задеть ваши чувства. С большим уважением всегда. И всегда относился и буду относиться ко всем кавказским народам. Никак это... Не должен был я такого говорить. Абсолютно неправильно поступил. Мужчины так не поступают, и я это понимаю, я постоянно ошибаюсь, но все равно как-то справляюсь с этим. Глядя сейчас на это интервью, наверное, полностью все передумал и переговорил бы иначе. Еще раз прошу простить меня за произнесенное мной слово. И в особенности у чеченского народа я прошу прощения.